Лук сушим на крыльце. И чеснок семенной. И вот здесь еще. Зацветает он тот. Петуни-то не отстают от флоксов, вверх лезут. А беленький клематис все отцвел. Фасолька лезет по яблоне, а он яблочко лежит, наверное, съедобное. А дальше там земляника наспела. Земля пересохла, мы тут ее не поливаем. Вон там еще яблочко лежит. Ну попробуйте, это летние, может быть, они уже поспели. И вот так наклонился сук. Прямо передо мной. Вот так. Здесь вот дорожка. А яблоня свесилась. Надо диски вот эти снять. Я повесила диски-то, чтобы не подлетали птицы из-за голубики. Но они все равно, воробьи, садились. Пришлось мне сеточкой накрыть. Вот этот ранний сорт, он пораньше созревает. А этот позже. Здесь она еще вся зеленая. На солнышке плохо видно. Вот эта молодая яблонька. Некоторые, наверное, червивые краснеют уже. Вон яблочки. И там тоже. Будут падать. Будем сушить. Он еще краснеет. О, вот оно такое румяное. Всегда красные яблоки. Так, здесь вообще вижу, валяется. Ой. Ну какой. Красный. Горох вчера я сняла, много стручков поела. Вот еще разочек снимем, и все, можно будет его убирать. Вот я их с дерева сняла. Немного поврежденные. На компот пойдут. Где-то еще вот здесь вот видела. Оно и не держится, червивое. И надо мне будет землянику, наверное, собрать. Вон ее сколько наспела. И яблоки целый карман набрала. Перебрала землянику. Сушь стоит. Она мелкая. И ее немножко.
Это собрала, обрежу яблоки, которую мы покупали как медуница, она оказалась как мельба. Что-то использую, что-то курам порежу. Они уже вкусные, вот эти червивые, которые. Помидоры начали падать все там. Я там напутала веревок, подвязала кое-как. Вот. Эти быстро-быстро покраснели, они уже были бланжевые. Вот такие крупные помидорки. А огурцов вот наложила на ужин, и никто не поел. А опять целое ведро снял муж. Сегодня он ездил к другу, отвез ему перцев. Огурцы, кабачки у него свои. Наложили мы ему перцев, спелых, цветных. Пусть едят. Бутыль, не знаю, сколько литров в ней. Красной смородины сделали. Подбавила я сюда ежевики, две банки с прошлого года. Под блендером была замороженная, из-под блендера. Добавила сюда, она не естся. А скоро ежевика свежая пойдет. Чалмавидная лилия расцвела. Хинацеи такие красивые. Игрушки стали видны издалека.